Вы слышали? Кто-то зовет на помощь! Помогите! Что, простите? Ты умрешь! Какого черта? Этот зомби в лаборатории. Он их призвал. Гиганты проломят стены, и здание рухнет. А мы с тобой, Белоснежка, пойдем через столовку к главному корпусу. Зачистим его, проверим склад и пойдем дальше. Проклятие! Помнится, я закрывал эту дверь. Никого. Алекса нет. Он что-то пытается сказать. Мы что, в тюрьме? На выход! Все на выход! Их слишком много! Мне их не держать! Где Линч? Где Линч? Я говорил, ты не уйдешь! Что это было? Капрал на месте. Как дела, капрал? Все тихо, без происшествий. Это был сон. Ты чего не спишь, Линч? Кошмары мучают. Еще этот скрежет в стенах. Да, я тоже его слышу. Здание старое. Возможно, крысы или ветер. Давай спать. Завтра у нас куча дел. Да, давай. Спокойной ночи. И тебе, Линч, и тебе. Какой жуткий сон. Да. Ночка была... стрёмной. Эти сны. Уже утро. Патрулей нет. Сэм не спит. Ну как ты, дружище? Уже лучше. Намного лучше. Мария рассказала, что вы с Мэтьюсом сделали для меня. Спасибо тебе за всё. И за меня... и за семью тоже. Да брось, Сэм. Ты поступил бы так же, я уверен. Да, дружище, я бы тебя не подвел. Ну что, какие планы? Ну, вроде мы в безопасном месте. Поставить патрули и крепость неприступна. Это все хорошо, но тебя же не остановить, ведь так? Все-то ты знаешь. Сэм, я должен отправиться туда. Слишком много вопросов к Z-Lab. Я могу пойти... Нет, Сэм. Ты только нашел свою семью. Да и боец из тебя сейчас не очень. Лучше тебе остаться здесь. Спасибо, Линч. Я знал, что ты поймешь. Когда думаешь выдвигаться? Надо раздобыть транспорт. И сразу в путь. Спрошу у Мэтьюса. Может, он знает, где можно раздобыть в окрестностях машину. Линч! Капрал хочет вас видеть! Что случилось, сержант? Дело срочное, бегом! Сэм, заприте двери! Так что стряслось, сержант? Сейчас сами все увидите! Да что увижу-то, скажи уже! Вот, смотрите! Какого черта? Вы что натворили?
Кто отодвинул ящики? Это не мы, тупица! Кто-то пробрался в здание! Или же трупы повставали в морге? В любом случае, мы должны спуститься и проверить! Да, что ж, ладно, пойдем. Посмотрим, кто это. Ты слышишь, Линч? Да, слышу. Похоже на тот скрежет, что был слышен ночью. Да, это он и есть. Ну что, давай ты первый. Мать твою, Мэтьюс, это охотник. Он пытается открыть морозилки. Я пристрелю его. Давай не будем шуметь. Я постараюсь вырубить его топором. Если у меня не получится, стреляй. Не надо тебе так рисковать, Линч. Помни, в морозилках могут быть еще зомби, поэтому лучше не шуметь. Тихо. Тихо. Получай! Откуда? Откуда здесь взялся охотник? Странно это все, Линч. Мы же вроде прочесали всю тюрьму. Откуда он мог взяться? Видимо, где-то нашел лазейку. Повезло, что морозилки были пустые. Сейчас бы у нас были проблемы. Да, правда, остались еще верхние камеры. Да и надо найти место, где залез этот засранец. Согласен, Мэтьюс. Надо найти место, а потом зачистить морг. Пойдем. Проклятие! Камера открылась! Там мертвец лезет, Линч! Черт, надо быстрее его убить! Получай! Вот тварь! Готов! Готов! Здесь небезопасно. Что ты там буровишь себе под нос? Давай! У нас еще куча дел! Пойдем наверх! Да, иду, Мэтьюс. Иду. Слишком большое помещение. У нас не хватит людей, чтобы остаться здесь. Что это было? Это был охотник. Да, охотник, мать его. Но откуда охотник в тюрьме? Это нам и предстоит выяснить. Видимо, где-то пролез засранец. Да, идемте. Надо быстрее найти откуда, пока не пришли еще. Похоже, вот то самое место, откуда пробрался охотник на территорию. Да, это говорит о том, что в тюрьме небезопасно. Да нормально тут, Линч. Всего-то надо расставить патруль и укрепить стены, закрыть все ненужные помещения, и все будет отлично. Мэтьюс, тюрьма слишком большая. Мы не можем патрулировать такую территорию. Нам не хватит людей. И что ты предлагаешь? Найти другое место? Ну куда? Куда? Да не знаю я. Но хотя бы нам нужен запасной план на случай атаки. У нас есть вертолет. В случае чего можем улететь. Но ты забыл, что там нет бензина. Как ты собираешься это сделать? Значит, надо раздобыть бензин. И где ты раздобудешь авиационное топливо, придурок? Да летал я на таких вертушках, сойдет и обычный бензин. Будет меньше тяга и немного потрясет, но лететь будет уверенно. Ладно, ладно, обычный бензин. У нас даже его нет, Мэтьюс. Тогда собирайся, пойдем его раздобудем. И куда мы пойдем? Есть тут заправка неподалеку, а еще там рядом продуктовый магазин. Можно и бензина взять. И воды питьевой набрать, а то пить эти дистиллированные помои, что принесли вояки, уже надоело. Жди здесь,
Возьму патронов и перекусить. Через 5 минут выдвигаемся. Линч! Линч! Да, Сэм, что стряслось? Куда это вы намылились с Мэтьюсом? Мы пойдем за бензином. Тогда я пойду с вами. Нет, Сэм, нет! Оставайся с семьей. Не хочу тебя пугать, но на территорию проник охотник. Охотник? И как это произошло? Не беспокойся, он уже мертв. Ну что, Линч, идем уже, хватит трепаться. Давай, Сэм, скоро вернусь. Заправим вертолет, и надо сваливать отсюда, и как можно дальше. Что ты там опять буровишь? Да так, ничего, мысли вслух. Эй, эй, наверху, что там за забором? Все чисто, никого не видать. Отлично, ну что, Линч, ты готов? Готов, готов, не переживай. Ты куда, тупица? Нам в другую сторону. Да я ж откуда знаю, где эта заправка. Давай ты просто будешь идти за мной. А далеко она находится? Минут 20-30 ходьбы. Не переживай, к ужину вернемся. Мэтьюс, мы уже целый час идем. Где заправка? Да вот за углом должна быть. Вот и она, чё ты нервничаешь, не пойму. Да просто не хочу долго оставаться в тюрьме. Надеюсь, тут нет зомби. Надейся, надейся. Слушай, я пойду в магазинчик заскочу. Водички возьму. Да ты что, меня кидаешь? Ну водички же возьму, леденцов там. Не бойся, я буду неподалеку. Чуть что кричи. Хорошо, Мэтьюс. Я понял тебя. Ты променял меня на леденцы. Да не в леденцах дело. Да, так я тебе и поверил, Мэтьюс. Так, вроде никого нет. Это радует. Ни крови, ни зомби. И вообще какая-то гробовая тишина вокруг стоит. Будто и нет зомби-апокалипсиса. Ладно, надо быстрее это сделать и сматываться отсюда. Так. Чисто. И здесь никого. Надо раздобыть какую-то емкость. Какие-то канистры. Или что-то типа того. Вижу. Вижу канистры. Думаю, парочку хватит. Это еще что такое? Там явно кто-то есть. Черт. Проклятие! Это охотник! А черт, заклинило! Это еще кто такой? Уходи! Алекс? Алекс, это ты? Как? Как тебе удалось выжить? Найди Z-Lab! Найди Z-Lab! Что с тобой? Ты такой же, как... как и тот говорящий зомби! Это все препараты! Алекс, я тебе помогу! Мы вместе пойдем в Z-Lab! Нет! Уходи! Просто уходи! Но Алекс! Я сказал, уходи! Воу, Линч, ты справился с охотником, да еще в одиночку, молодец! Линч! Да, Мэтьюс, что такое?
Говорю, ты справился с охотником? Да, справился. Молодец, молодец. Растешь на глазах. А с бензином-то что? Я нашел канистры. На, иди набирай. А ты помочь не хочешь-то? Да сейчас подойду, иди уже. Прости, Алекс. Лич, ну что ты там возишься? Да иду, я иду. А я леденцы нашел. Хочешь? Не хочу я твои леденцы, Мэтьюс. Не хочешь, как хочешь. Ну что, пойдем? Да, пойдем. Пойдем. Какого черта ворота открыты? Капрал, у нас что, день открытых дверей? Вы что здесь все открыли? Я жду вас, капитан, мы нашли его. Как нашли? Рация, рация в вертолете. Он жив? Да, но думаю, если мы ему не поможем, это ненадолго. Быстрее к вертолету, Мэтьюс, пошли. Смотри, Линч, замуровали морг. Ха-ха-ха. Боятся. Сержант, капитан все еще на связи? Да, на связи. Капитан, это Линч, прием. Капитан. Линч, рад, что вы живы. Прием. Капитан, где вы? Прием. Мне удалось пробраться в полицейский участок. Прием. Мы раздобудем тачку. И приедем за вами, ждите, прием! Не успеете! Они уже в здании! Главное, Z-Lab! Найдите Z-Lab! Прием! Мэтьюс, заправляй вертушку! Полетим и спасем его! Капитан, слушайте внимательно! Я знаю этот участок! Справа от вас комната! Поднимитесь на крышу! Забаррикадируйте двери и ждите! Мы прилетим на вертушке через 10 минут. Конец связи. Вы сейчас собираетесь рискнуть всем ради одного человека? Этот человек спас нам троим жизни. Поэтому да, я собираюсь рискнуть. Я не отправлю своих бойцов. Это верная гибель. Капрал, при всем уважении, я хочу полететь. Я знал капитана лично. Он помогал мне во время службы. Нет, солдат, это приказ. В таком случае я снимаю эту форму и больше не подчиняюсь вашим приказам. Какой смысл служить человеку, который не ценит жизнь, когда ее почти не осталось? Хорошо, солдат Дженкинс, можете лететь. Спасибо, капрал. Мы туда и обратно. Вернемся через 20 минут. Я заправил баки. Птичка готова к полету. Капрал, нам нужен еще один пилот. Да не нужен нам пилот, я поведу эту малышку, отойди. В таком случае, капрал, попрошу вас покинуть судно. Это безумие. Ты уверен, что справишься, Мэтьюс? Да справлюсь, я справлюсь, летал уже. Давай подвинься. Вот так вот, полетели. Долго нам еще лететь, Мэтьюс? Мэтьюс? Да, что такое? Говорю, долго нам еще лететь? Да нет, минут 5. Хорошо. Надеюсь, капитан еще жив. Проклятие! Это что такое? Мэтьюс, что стряслось? Нас подбили!
Мы падаем! Падаем! Держись! Черт! Сержант! Сержант! Мэтьюс! Мэтьюс! Линч! Линч!